нас на крышу садим. Кто его знает? М8 снайпер оставляем или М8 автомат? Сап-58 продадим. РПК оставим. М8 снайпер, думаю, останется. Скин свою. А, ну ладно. Все, у меня РПК. 110-я, МК, М8 остается. Я продам РПК, АК 107. Хотя на 107 патроны есть. Три обоймы оставим. Тогда только РПК, думаю, продавать, не продавать. РПК продаем или нет? РПК будем продавать или нет? Блять, тут GGM, можно вообще спрыгивать. Угу. А ты что, палец? А тут, блядь, не спрыгивается. Я спрыгнул? Не, я тут попробую. А. В принципе, у меня что есть? У меня есть СВД, М14 Aimpoint, МК-16 ГЛМ РЦО, МК-16 МК-4 СКЮ и МКПБС. МКПБС у меня тоже есть. СВД продавай, что там еще есть? Еще раз, назови. М14 СВД, МКПБС, МК-16 ГЛМ, МК-16 МК-4 СКЮ. М14 и, короче, Aimpoint и СВД продавай. А у кого продавать здесь? Да. Да, я веду. Я вот думаю, АК-107 тогда продать. У нас РПК на базе есть. Человек кушать хочет. Как я понял, к трейдерам, да, не добавили, не продумали. Сто седьмая не продается. Отойди от меня, два. Сейчас. АС-50, а. Дальний, о, купи себе ПНВ. Где? Сюда иди, на низ. Угу.
Это у ботов такое оружие? МК-16? Ну это стандартное. Оно у нас тоже было, то, что мы вырезали. В трейд-то не подобавляли ничего толком. Домой. Что-то здесь FPS нет. Да пипец. Это, наверное, по той бомбежке. Скорее всего. Я вертолет. Джангл каму, солдатский еще один, до звуковой останашки. Ключ непонятно. Ключ это от прошлого верта, наверное. Угу. Я его выкину, утоплю. Корды какие там лететь? Сейчас. Там даже поближе 166. Вот так.
забирай. Или ты убежал? Я убежал, сейчас скину. Да заберу. Я вижу. Там что осталось еще? Да. Что? Да, я сейчас принесу. Тремки ПБС на одну можно забрать. А у нас палатка, в принципе, еще есть. Две СВД, ДМР, две пилы, Фанфалыч. Л-85, А2 можно оставить, можно продать. АК-107 в палатку скину. Под станаги у нас валом оружия. Это хорошо, я еще станагов набрал. Фанфал с одной обоймой. Я бы его продал, а с ПНВ оставил бы. Или походил бы с ним. Кто его знает. У нас дальнометр, ПДВ, вот это все добро валяется еще. Место занимает. Слышишь, Сергей? Кто? Ну, дальнометр, коробок спичек, набор инструментов. ПДВшка без патронов. Сейчас подойду.